Австралийский континент зоопарка Карлсруэ включает, конечно, кенгуру. Здесь их два вида – пармский и кенгуру Беннета. Они являются эндемиками, обитая лишь на австралийском полуострове Кейп-Йорк в Квинсленде. Помимо этих представителей желтого континента, здесь обитают и страусы эму. На территории зоопарка несколько прудов. Там нашли пристанище в естественных условиях обитания разнообразные птицы. Лебедь с черной шеей, черный лебедь, гусь-лебедь, серый гусь, императорский гусь, гавайский гусь, пеганка, широконоска, южноамериканская лопатка. Они все чувствуют себя здесь как дома, в утином пруду. Также среди них встречается синий павлин, текстер-ткач, юнгенфрункраних, журавль-сарус, большой белый пеликан. Павильон для тюленей и пингвинов, построенный в 2009 году, вызывает очарование у многих посетителей. Игривость и скорость этих животных в воде удивляет. В павильоне, так же как и в Арктике, можно наблюдать за животными, которые плавают и играются под водой. Только чувствую здесь уже умиление, а не страх. Прогуливаясь по берегам прудов, можно стать свидетелем поющего водного органа. Поющий фонтан. Так воспринимается это современным человеком. Давайте послушаем. Ну и как в любом зоопарке, наличие цветов является обязательным. Так и зоологический парк Карлсруэ не отходит от подобной традиции. И здесь этому придают особый статус. На территории шикарно красуются розовый и японский сады. Розовый – это значит буквально розовый, потому что растут там исключительно розы. В 1899 году здесь высажено было 3600 роз. Сегодня это уже 15 тысяч роз. Это вам не 20 букетов в цветочном павильоне. Японский садик. Ну, на всякий кружок устроить, так сказать, клуб игры анонимных путешественников. Это точно. А японский сад тоже буквально. Там ничего не говорит об Африке, Европе или Америке. Деревья, кустарники, дорожки, водные бассейны, домики, оградки погружают вас в азиатский мир. Зная, что европейские зоопарки обязательно предлагают посетителям различные образовательные программы и мероприятия, хотелось узнать, как тут обстоят дела с этим. И это еще больше утвердило мое сознание в беззаветной любви сотрудников зоопарка к животным и к своей работе. Какие познавательные программы осуществляются в зоопарке Карлсруэ? Конечно, это работа со школами и детсадами. Это и открытые уроки, и классические туры. Регулярно проводятся ознакомительные туры для организаций частных лиц. Интересные туры предлагаются и на день рождения посетителей. Регулярны увлекательные мероприятия, экскурсии, праздничные программы, дни активности, индивидуальные встречи. Они проводятся в любых погодных условиях. Здесь много развлечений для всех возрастов. Есть свой пирс и пристань. Солнечные часы и пасека. Все в зоопарке направлено на то, чтобы посетители расширяли свои знания о природе, о животных, растениях и защите видов.
Один из уникальных аттракционов – это водный поезд из гондолет, связанных канатами под водой и плавающих по трем озерам всего парка. Это отдельный тур по городскому саду и Лебединому озеру. Да, в зоопарке есть свое Лебединое озеро. Нет, не балет Петра Ильича Чайковского, а реальное озеро. Лебединое озеро. Со сценой. Плавающей. А почему бы здесь не организовать гастроли Мариинского театра с тем самым балетом Чайковского? Вокруг каждой лодки кружат косяки рыб. Что вы чувствуете, проплывая мимо множества рыб, животных и птиц? В зоопарке много интересных решений развивающего характера. Центральная детская площадка с возможностью воплотить любую детскую фантазию от рыцаря до грязевых ванн в одежде. Аттракцион детской гимнастики с упражнениями, имитирующими движения животных. Детское шоссе с лимузинами и спортивными авто. Огромная шахматная доска для игры в шашки и шахматы на открытом воздухе. Настоящий детский экскаватор с настоящим строительным песком и реально движущимся ковшом. На всей территории много скамеек, лежаков и отдельных мест для пикников. Очень порадовала открытость сотрудников ответить на вопросы любознательных гостей. Здесь команда зоопарка Карлсруэ считает своим долгом передать знания о взаимоотношениях в природе ясным и запоминающимся образом. Конечно, знание немецкого языка вам очень здесь пригодится. Посещение городского парка Карлсруэ подарит вам множество незабываемых впечатлений. Как говорят сами немцы, das ist fantastisch. Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие по зоопарку Карлсруэ. Пишите, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео с вашими друзьями. Надеемся, наш фильм вам понравился.